Еще недавно удаление сложных грыж передней брюшной стенки могли выполнить разве что в крупных столичных клиниках. За последние 3 года медицина в городском округе Щелково шагнула далеко вперед. Объем хирургической помощи в Щелковской больнице сопоставим с тем, что берут на себя большинство ведущих клиник страны. Целый ряд медицинских операций поставлены на поток в хирургическом отделении Щелковской областной больницы. Выполняются такие достаточно объемные операции в виде ЕТЭП лапароскопических пластик, ТАР лапароскопических пластик по поводу в том числе гигантских послеоперационных грыж. И пациенты успешно после них выздоравливают. Эти операции немногие клиники подмосковные выполняют, и их выполнение в больнице Щелково позволяет нам выходить на высокий уровень оказания медицинской помощи. Гемиколэктомию или хирургическое удаление примерно половины ободочной кишки, в том числе при опухолевых состояниях, осложненных кровотечениями, непроходимостями, успешно выполняют в нашем округе. Операции по сложным грыжам передней брюшной стенки широко внедрил руководитель хирургической службы больницы Николай Иванов. Тяжелые болезни, которые нередко заканчивались летальным исходом, теперь успешно лечатся. В большом объеме сейчас делаются лапароскопические вмешательства. Ну, такими рядовыми уже сейчас являются экстренные аппендэктомии, экстренные операции по поводу камней в желчных пузырях и желчных протоках. Причем надо отметить, что операции на желчных протоках у нас тоже активно выполняются лапароскопически. Хирургическое отделение рассчитано на 75 коек и всегда заполнено. Большинство палат хирургически чистые, заняты пациентами с инфицированными ранами и различными инфекционными осложнениями. Таких здесь тоже выхаживают. В отделении 3 операционные. Сложное медицинское оборудование помогает хирургам контролировать любое свое движение. В данный момент мы с вами находимся в эндоскопической операционной, где делаются как раз операции по поводу устранения различных повреждений, патологий желчеводящих путей. Это операции, позволяющие значительно сократить нахождение пациента в стационаре и ускорить его выздоровление и выписку. Вместо большой травмирующей операции на желчеводящих путях с большим разрезом операция делается через специальное оборудование, через эндоскопическое оборудование, ну, в простом случае, можно сказать, как гастроскопия. Отделение полностью укомплектовано хирургами, средним и младшим медперсоналом. Прибавить к этому новые функциональные кровати в палатах, так необходимые в постоперационный период, заботливый персонал – все нацелено на то, чтобы человек после операции как можно быстрее пошел на поправку. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.